очень краткое содержание повести о том, как один мужик двух генералов прокормил, Михаила Салтыкова-Щедрина. Если в двух словах, то сюжет повести разворачивается следующим образом. Глупые беспомощные генералы попадают на необитаемый остров, но и там умудряются найти мужика и заставляют его служить им. Тот покорно добывает еду, строит корабль и отвозит их назад в Петербург. А теперь немного подробнее. Два генерала каким-то образом оказываются на острове. Оба в одних рубашках, с орденами на шее. На острове полно различной еды. На деревьях висят плоды, ручей кишит рыбой, в лесу рябчики свищут. Но добыть и приготовить эту еду генералы не могут, так как ничего не умеют. Умеют они газеты читать, чем и занимаются. Один из генералов нашел старый номер «Московских ведомостей». На беду в газете им попадаются только статьи про званные обеды, которые разжигают у них аппетит. Генералы недоумевают, они и не знали, что человеческая пища в первоначальном виде плавает и на деревьях растет. Один генерал был поумнее и кроме регистратуры в свое время служил еще учителем каллиграфии в школе военных кантонистов. Он и придумал поискать какого-нибудь мужика, чтобы тот им помог. Долго бродили, но нашли. Под деревом лежал громаднейший мужичина и спал, то есть уклонялся от работы. Генералы на него накинулись. Спит, а они тут вторые сутки с голоду пропадают. Мужик проснулся и хотел убежать, да они в него вцепились. Пришлось ему найти еды, приготовить ее и накормить генералов. Те наелись и позволили мужику отдохнуть, только велели ему сначала свить веревочку. Этой веревочкой генералы привязали мужика, чтобы он не убежал. Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали. Тогда мужик построил лодку и вывез их в столицу. Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые. Генералы напились кофе, наелись сдобных булок, поехали в казначейство и получили кучу денег. Однако и о мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки и пятак серебра. Веселись, мужичина. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.